Опять карты? Килограмм тянет? Всех накормим, Александр. Вот русский человек, он никого голодным не оставит. Сам я ем очень мало. Ну, литра два ухи скушать. Там салат полкило. Кваса полтора литра выпить. И на боковую. Тишина, чтобы была. Хорошо все это промешать надо. Чтобы ничего нигде... Ведь картошка вся ушла на дно. Картошка вся на дно ушла. Поэтому соль добавим мы? Или уже добавили? Бульон? Добавили. А то там меня угостили, так совершенно не соленая она. Вот повар тяжелейшая профессия. Он стоит у плиты, жарко ему, и вдыхает раскаленный пар. Так что это вот тоже очень тяжело. Да нет легкой профессии. А журналист? Трое суток не спать, трое суток шагать ради нескольких строчек в газете. Хорошо, а теперь все сначала. Раз, в ладоши. Раз, два, три. Повороте вправо. А теперь плечиком, поехали! Раз, два, три, чуть-чуть шестрее, и еще разок. Лево, право. Отлично! Отлично! Спасибо, Комсомольской правде. Вот так должно быть по всей стране. Хотя бы один раз летом, а потом каждое воскресенье. Молодцы! На дно ушла, поэтому соль добавим мы или уже добавили бульон? Добавили. А то там меня угостили, так совершенно не соленая она. Вот повар тяжелейшая профессия. Он стоит у плиты, жарко ему, и вдыхает это. Литра два ухи скушать, там салат полкило, кваса полтора литра выпить и на боковую. Тишина, чтобы была. Хорошо все это промешать надо, чтобы ничего нигде... Ведь картошка вся ушла на дно. Картошка вся. Раскаленный пар. Так что это вот тоже очень тяжело. Да нет легкой профессии. А журналист? Трое суток не спать. Трое суток шагать ради нескольких строчек в газете. Хорошо. А теперь все сначала. Раз, в ладоши. Опять карты? Килограмм тянет? Красавец. Всех накормим, Александр. Вот русский человек, он никого голодным не оставит. Сам я ем очень мало. Ну, литр.